Всем привет, ребята! Доброго! Надеюсь, у вас тоже бодрого утра. Я уже встала, умылась, почистила зубы. И сейчас буду идти на набережную или пробегу. Сразу торчат волосы. Или пробегусь, или пройдусь. Посмотрим, что мне для первого дня будет нужно. Я встала рано, сейчас даже 6 утра нету. Вот, я бодрячком, хотя я поспала часа 4. Вот, что хотела еще сказать. В общем, сейчас пройдусь. Хочу немножко освежиться, скажем так, и потом приду домой, помою голову, и надо разобрать вот этот вот чемодан. Видите, там все купой навалено. Здесь мало ящиков, но хотя бы что-то я разложу, чтобы оно не стояло посередине, как этот, как столб. Потом буду сходить магазин. Ну, в общем, по ходу дела я вам снимаю, вы будете смотреть, вы это будете сами видеть. Все, ребята, уже иду по набережной, смотрите, какое красивое небо. Погодка шикарная, фух. Я взяла свои большие наушники, иду, вообще мне, слушая музыку, ничего не мешает, не это. Я снизу спущусь, я пропустила там одну возможность спуститься вниз, что теперь приходится обходить. Всё, обещала показать утро. Не вечер, вечер красив, но утро тоже. Только я единственное, что не успела на рассвет, это мне надо было, не знаю, во сколько вставать, чтобы успеть посмотреть набережную. Зараза подхрипла, надо меньше пить холодной воды. Пить-то хочется, но надо пить ее обычную воду. Фух. Вроде бы утром не жарко, но не знаю, мне почему-то жарко. Где-то собаки гавкают. Тут можно велопрогулки сделать, покататься, если вы умеете кататься на велосипедах. Это не в моем случае. Я вот эти наушники и забыла о том, что здесь нету записи голоса, поэтому иду без наушников, снимаю, стараюсь не закрывать. Немножко ветерок, поэтому не знаю, как будет слышно. Чувствую, мне придется таблетки, наверное, покупать от горла, потому что что-то оно у меня... Это либо это утренний эффект, либо придется так и лечиться. Ну хорошо утром. Единственное, что я думаю теперь, как мне все. Все, короче, надо сделать, уладить свой день. Шоку туда-сюда. Потому что сейчас я, допустим, позанимаюсь, пробежусь немножечко. Пойду домой и сложу вещи для начала. Да? Постель я уже застелила, сложу вещи. А потом надо написать список. Может быть, в магазин, возможно, я не сегодня схожу. У меня там еще помидоры, огурцы остались, салатик себе сделаю, и хватит. Вот. Ой, кошечка. А то надо сходить в магазин, потом собраться. Это не так быстро, да? Ты хорошая. Надо брать корм с собой. Да, надо брать с собой корм, потому что, ну, зайчик ничего не взяла. Я буду знать, что ты здесь есть, и я тебе куплю корм и завтра возьму, хорошо? Надо купить, потому что у меня дома был сухой корм для бездомных животных. Да, ты трешься, моя ты хорошая. Ты, наверное, беременная, да? Да, моя зайка. Я к тебе обязательно вернусь. Садись. Зайчик, не надо за мной идти. Так животных жалко бездомных. Вчера не рассказала вам историю. Ехала в автобусе, ну, в Днепр. А там на дороге собака была сбита. Боже, как меня это зацепило. Вы бы только знали. Я потом сижу, не плакать. Ну, начинается задумываться о том, что вот, животное не беззащитное, ну как? Ну почему так случается? Видите, там уже вон люди ходят. Вид на Днепр, где оно? Оно что-то отсвечивает. Если ближе, потом хочу там спуститься вниз. Хотя, знаете, ходить по таким зарослям, и мало ли змеи, там еще что-то. Никто об этом не думает, кроме меня. Или я такой параноик. Фух. Надо будет сходить, может быть, в секонд, найти какие-то майки, чтобы в них бегать. Потому что я, блин, нифига не взяла. Одела ту, которую я обычно просто одеваю. А сейчас приду, там порошок для ручной стирки. Если, может быть, простерну, повешу. Она высохнет. Вон, видите, мост, который перекрыли, который невозможно теперь ехать. Не знаю, как будет ночью, если, допустим, на такси ехать, но
общем, посмотрим. Рыбалочка. Это я с утра. Вот тут, зараза, волосы торчат, хоть убей. Ну, я же спала, я же не думала, что волосы примять. Не помню, девочка занимается на тренажерах. Я на этих тренажерах не хочу. Я сейчас сама... О, господи, вороны летают. Сама туда-сюда и это, и все. Недолго. Там что еще надо дела поделать. Вот. Ну, рыбачат уже люди. Похоже, завтра же, блядь, теряю день в плане того, что я уезжаю. Так бы я уже что-то сделала. А так... Ну, посмотрим. Вот сколько мусора сейчас я вам покажу. Я даже не буду камеру переворачивать. Вот, например, да? Дальше еще хуже еще. Это, наверное, еще просто не убрали. Хотя у нас с утра дворники убирают. Я не знаю, кто здесь убирает на этом. Ну, там ладно, да? Ну, а вот... Как бы, ну... Как бы. Ой, какая там красивая клумба. Сейчас, ребята, пойду вам покажу. Такое сегодняшнее мое утро. Вон красиво птицы летают. Фух. Надо как-то пробовать мост пешком перейти. Но это надо делать утром, потому что там жарко, ты это физически не сделаешь. Цветочки. Какие красивые. Бело-розовые. Прямо розовый такой яркий-яркий. Всем вам такого яркого утра. Я дарю вам эти цветочки. Люди уже тоже ходят с утра. Где-то такой этот, как сказать, господи, мосточек кохания. Сколько замочков на него повесили. Ну, спиливают, наверное, думаю, вешают. Ё-моё, как там много мусора. Я, кстати, тут никогда не ходила. Просто дальше не доходила. Смотрите, ну что это? Даже идти дальше не буду. Это трындец и звездец. Фух, ладно, ребята, сейчас я немножко занимаюсь, потому что мне неудобно будет держать телефон и разговаривать, и правильно дышать. Вот. И сейчас пойдемте, я вам вид покажу. Занимаюсь и пойду уже домой. Буквально полчасика. Не больше. Она каждая минута на счету. Как диван стоит. Ну, вид вообще красивый, да? Красивенный. Фонтанная работа. Сейчас такая прохожу, включается фонтан. Это было бы прикольно. Раз, я освежилась с утра. Вон паром какой-то плывет или что-то такое. Диванчик, никто не хочет прилечь. Ну, люди даже с утра трошки выпили. Эти люди рыбачат. Музычка. А вон зеленое что-то уже цветет. Ну, вид вообще просто шикарный. Ой, все, ребята, пошла. Ребята, вот такое спокойствие. Ну, собаки, правда, гавкают. Когда гавкают собаки, я понимаю, что мне здесь моего Филя не хватает. Единственное, что я боюсь здесь идти, чтобы мне было змей. Или ужов, потому что это будет очень неприятная неожиданность. Кусты-то так прохладнее, чем сверху идти. Да, птички? Фух. Я немного бегу, останавливаюсь, в принципе, так, как я делала когда-то изначально. Ну, скажу вам, помогает. Я не задыхаюсь, у меня уже там ничего не горит в области груди. Поэтому все хорошо, ребят. Фух. Ребята, смотрите, что я здесь нашла. Вот, I love Днепро, солнечный рушник. Это очень красиво так нарисовано. Мне кажется, это там детки, может, рисовали, ну или... Ну, как бы так оно сделано, или это просто уже от времени постиралась краска, все. Ну, красиво. Смотрите, дальше там тоже красный преобладает, зеленый, черный.
синий цвет. Что еще написано? Папа, мама, Днепро, Днепр. Честно, когда появилась гимназия? А, вот детки рисовали. Гимназия 57. Днепро, мое место. Женщина пошла с собачками. Я тебе говорю, я утром вспоминаю, что мне Фили не хватает. Реально не хватает. Так все посажено, красиво сделано, молодцы. Фух. Мне нравится. Даже такой пляж, он маленький-маленький, немножечко песка, и в данной ситуации здесь его достаточно. Это лестница, я не знаю, кто ее делал. Всегда так стрёмно по ней идти, потому что она какая-то под наклоном, что-то выход вверх, мусор внизу. Конечно же, присутствует. Она сейчас не уронит туда ни телефон, ни ключи. Потому что домой там не хочется. Фух, аллилуйя. Есть выход. Все, я иду домой, ребят. Прошло, ну не знаю, минут 30-35. Она уже расцветает. А что здесь за дырочка? Просто какая-то дырочка. Всем хорошего дня. Вот, ребята, показываю вам свой завтрак. Сделала салат, но, правда, плохо порезались огурцы, потому что туповатые ножи. Фух, поем. Сейчас буду убирать и потом схожу в магазин, что-то еще куплю на обед уже. Только что утром салатик — это самое то, что надо. Вот, ребята, показываю вам свой завтрак. Сделала салат, но, правда, плохо порезались огурцы, потому что туповатые ножи. Фух, поем. Сейчас буду убирать и потом схожу в магазин, что-то еще куплю на обед уже. Только что утром салатик — это самое то, что надо. Все, ребята, чемодан разобрала. Там немного вещей осталось. И, может быть, я еще разложу их, а может быть, они останутся в чемодане. Все равно. Такие у хозяина, как эти фигурки. Зайчик прикольный. Это с украшениями моя штука. Там их немного, но просто большая. Я уже большую брать отказалась. Не хоти. Да, ну глянь. Не хотела большую брать. Вот, сейчас покажу, как я все разложила. Крем, где-то там еще крема есть в сумке, но я уже не лазила. Этот, духи мои. Дезодорант, шампунь сейчас буду голову мыть. Билет в театр. Это пудреница, помады. Где-то еще косметичка лежит. У меня все, короче, по частям. Тут лекарства. Паспорт мой. Тут расческа, карточка кредитная. А тут вещи, видите, я там более-менее поскладывала, там внутри еще. Вот. Вот сумочка, моя клатч, которую я сегодня буду одевать. Селфи-палка. Тут вещи, которые туда не влезли, я просто в другой уже ящик не хотела ложить. Тут что я застелила, кровать, надо поправить, расправить, потому что я лежала только что. Наушники, с которыми я ходила утром бегать. Сумки мои, ну что вам тут еще такого показать. Сейчас уже засяду монтировать, потому что я не знаю, когда он сможет выйти. То есть я смонтирую, поставлю на загрузку, через час, через два, когда он выйдет, я не знаю. Посмотрим. Сейчас вам покажу, что я сегодня на балконе своем нашла. Балкон у меня открытый, и залетело вот такое вот перышко. Как вы думаете, это хорошо и что это значит? Может быть, это мне на удачу? Всем хорошего дня, классного настроения, бодрого, главное, дня. Если немножечко передохну, потому что я собирала туда-сюда и пойду, наверное, за продуктами, или же не пойду сегодня за продуктами, в общем, посмотрим, я еще не знаю, что буду дальше делать. В любом случае, то, что я буду дальше делать, я буду снимать. Это всего лишь первое сегодняшнее видео. Я думаю, последующие будут еще интереснее. Так что, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, я буду очень рада. До скорых встреч!